Maşallah. 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 Burada bu merkezde bu kardeşlerimiz için yapılan çok kapsamlı, çok güzel çalışmalar gördük. Hafızlığını tamamlamak üzere olan kardeşlerimiz var. Hafızlık sınıfları var, Kur'an'ı öğrenenler var. Hem görme hem de işitme engelli kardeşlerimiz için, yaşlılar için, ileri yaşlılar için burada sınıflar var. Bu kadar kapsamlı bir yeri ilk defa görüyorum. Я первый раз вижу центр, чтобы он охватывал, был настолько всесторонне развитым, потому что мы увидели работу с пожилыми людьми, с молодыми людьми, увидели курсы заучивания Корана, вот увидели человека, который незрячий, но вот практически уже завершает заучивание Корана. То есть первый раз я вижу центры, которые работают в разных направлениях. Все те, кто приложил усилия для этой великой работы, я хочу поздравить с этим великим делом и также сказать, чтобы Аллах был вами доволен. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim bu alanda yaptığımız çalışmalar da var. İnşallah biz o çalışmaları da buraya göndermek istiyoruz. Buradaki tecrübeden de istifade etmek istiyoruz. Мы хотим с вами поделиться трудами, которые подготовило Духовное управление Турецкой Республики в этом направлении. Мы обязательно их сюда пришлем, но также хотим воспользоваться вашим опытом в этой работе. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Allah yardımcıları olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Еще раз я вас благодарю. Пусть Аллах примет все ваши дела и будет вами доволен.